Всем доброго времени суток. С вами, как всегда, говорит Андрей. И это распаковки с известной интернет-торговой площадки AliExpress. А суть в чем, что мы вскрываем посылки, смотрим, изучаем и тестируем прикольные гаджеты. Погнали распаковывать. И в этом видео мы сегодня распакуем довольно легкую и компактную посылку, привезенную из Китая с сайта AliExpress. Шла эта посылка около 24 дней. Вот берем мы сейчас фирменный ножик и давайте заглянем внутрь. Ага, вот у нас такой пупырки. Скрываем пупырочку. Итак, что мы с вами видим? Это маленький мини-гибкий штатив. Покупал я его за 231 рубль. Ссылочка на товар будет в описании. Значит, что мы видим? Это маленький такой вот компактненький штатив. У него ножички, у него три ножки. И все они сгибаются в разные стороны. Значит, качество материалов, вот это, скорее всего, пластмасса. Они вот на таких шарниках крепятся. То есть вот за такое крепление прозвали его осьминогом. То есть можно в любую сторону, куда угодно, крутить, туда вертеть. Вот. То есть можем ставить вот под разные углы, как нам захочется. Вот. А в центре находится маленький болтик для установки камеры, вот, или смартфона на специальном вот таком небольшом креплении. К счастью, у меня в запасе остался крепление для смартфона от селфи-палки. Достаточно теперь его прикрутить вот в этот самый болтик. Так, сейчас. Да и к тому же здесь нет разницы, какую сторону его ставить, потому что у нас есть ножки, которые мы можем сгибать в разные стороны. И потом сюда крепим какой-нибудь любой смартфон. Там можно iPhone, можно там какую-нибудь лопатину вставлять. А пока мы его открутим, у меня в запасе есть камера. Сейчас покажу. Вот такая камера. Вот у нее есть вот такой вот болтик для установки именно на штатив. Закрепим его вот сюда. И вставляем сюда и закручиваем. Вот все. Мы закрепили. Осталось только выставить ножки и повесить вот, куда нам захочется. Вот, можем включить камеру. И сейчас вы увидите необычный ракурс, который вы еще никогда не видели на моем канале. И как вы видите, вот такой вот интересный ракурс нашелся. Я его закрепил на другом компьютере. Прямо на экран. Вот вы даже удивитесь. Если я сейчас включу камеру. Вот так висит камера прямо на монитор и снимает меня вот с такого интересного ракурса. Обычно я в своих выпусках использую веб-камеру от ноутбука, вот, но поскольку еще такого чудо-устройства еще не было, приходилось вот так вот выкручиваться. То есть с этим устройством вы можете закрепить камеру хоть так, вот так на лампе, или вот так на колонке, или вот так с низкого положения, что довольно-таки интересно. Ну и в общем-то говоря, вот так вот сверху можно туда-сюда крутить и вертеть. Таким образом, это устройство довольно универсальное, вот, подходит как начинающим видеоблогерам, так и профессиональным. Стоит оно недорого,
Всем рекомендую вот этот штатив, вы его не пожалеете. А на этом все. Это была распаковка штатива. Меня зовут Андрей. Увидимся с вами в новых видео, в новых ракурсах. Всем пока!